планеты, эти осколки начинают сыпаться на Землю вот в виде как раз метеорного потока. В принципе, метеорных потоков в году много, каждый месяц их обычно по несколько штук, но у них у всех разная интенсивность. Метеорный поток очень сильно зависит от фазы Луны. Яркая Луна на небе, полная особенно, высвечивает небо и не дает увидеть самые слабые метеоры из потока. Вот как раз с вот этими майскими акваридами нам повезло, потому что Луна сейчас в фазе новолуния. В принципе, это в этом году один из самых хорошо наблюдаемых метеорных потоков. Единственное, у него есть особенность, чтобы насчитать больше количества метеоров, там может быть до нескольких десятков в час, это придется дождаться, собственно, утра, да, и вот посмотреть на восточную часть неба. Ну да, вот как раз хотелось спросить, что увидят жители Москвы, да, и как и где лучше смотреть? Вот боюсь, что жители именно Москвы увидят только не... Чё, куда деваться? Я говорю, я командир, ну... Тороплюсь, да, клиент тоже, давай, да, побыстрее, там, туда-сюда, ну, как всегда бывает. Ну, не на это, не наказывали. С пониманием отнеслись, да. Я говорю, в принципе, я что здесь, вот отсюда выезжаешь, если просто вот здесь разворачиваюсь и вот так становлюсь. Ну, по-любому я уже на встречную выхожу. Отпускали, по-моему. Года вмещает 11 тысяч зрителей. Здесь проводились игры чемпионата мира 2012 года среди девушек в возрасте до 17 лет. На сегодняшний день национальные команды Азербайджана и России разместились на противоположных полюсах группы F европейского отборочного турнира. Подопечные итальянца Фабио Капелло возглавляют таблицу с 18 очками. Азербайджанская команда замыкает ее с 5 баллами в активе. Судьба Валерия Карпина решится... Цепанул нас. Выйдем на бочку, посмотрим. Что-то такое, камни какие-то выложены, интересно. Так здесь же куча было походных баз под СС. А может быть где-то оно тогда есть. С советских времен еще там куча осталась. Наверное, это полуразрушенное, полузакрытое, заброшенное. Мне товарищи... Хера себе. Так, только что отъедь, блядь, чтобы там эти такие, как тут градины неслись на... Get it.
иск за нежелание жениться. Столько, а потом столько. Всю зиму ездит на работу и обратно. Там, короче, надо будет, мы же поедем к морю, да, искать жилье? Да. Надо будет какой-то съехать. И? Ёпты, блядь! Пиздец, ёбаный абхазы, блядь. Сука! Опа, 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 опа! Молодец, пацан, дебил! Куда поехал? Вот эти вот, которые многоразовые, вот эти, которые не бумажные такие, по 3, у них была акция, они по 35 рублей их там были. В Саратове. Опаньки, есть! Красиво. Машину. Как? Ну как, блин, так? Что у него? Почему?
встали. Аварийку включи. Нормально, да. Вон тут хоть сзади не встал. Капот поднялся. Блин, откуда это? С кого он с этого слетеет? Одна приняла на себя, вот эта машина, вот это приняла на себя удар. Вот этот? Вот этот, да. А с кого слетел? Может, ему запись нужна? Ну, на регистратор? Конечно.